Всем привет! Это вторая часть моего плейлиста о роботах. В этом видео вы увидите сборку поворотного узла. Федором я назвал свой концепт робота-домохозяина. Основная функция этого робота – собирать мелкий мусор из шерсти домашних животных. Это первый этап изготовления подвижной платформы. В следующем видео будет показано изготовление самой ведущей части этой подвижной платформы. Поворотный узел состоит из 10 частей. Можно выделить две основные части этого узла, которые я назвал внешний блок и внутренний блок. Они состоят из других, более мелких частей. Внутренний блок может перемещаться относительно внешнего блока в вертикальной плоскости. К нему крепится колесо на специальных угловых держателях снизу, и сверху этот блок закрывается крышкой, в которую упираются пружины. Таким образом выполнен элемент амортизации колес. Для того, чтобы подвижная платформа могла поворачивать при движении, внешний блок имеет цилиндрическую поверхность, которая помещена в кольца с металлическими шариками, то есть сделан подшипник качения большого диаметра. Установка поворотного узла будет осуществлена на дюралевое днище каркас подвижной платформы. Внешний блок имеет в своем составе фиксирующие кольца подшипников, крышку блока, в которую упираются амортизирующие пружины, и ведомую шестерню большого диаметра под ремень ЖТ-2. Сейчас у меня в руках верхнее фиксирующее кольцо для подшипника. В дальнейшем все разборные части будут соединены винтами. Это ведомая шестерня. Она состоит из двух деталей. Таким образом будет обеспечен поворот колес на 360 градусов. Концепция моего робота включает в себя подвижную платформу, в которой будет находиться блок управления и взаимодействия с окружающей средой, а также бак для мусора и мини-турбина для работы в режиме пылесоса. Значимая часть работы при этом будет уделена руке-манипулятору, системой осязания и положения в пространстве. Эта рука-манипулятор должна будет работать со шлангом пылесоса.
через кожу, рекомендуется использовать защитные перчатки. Обрабатываем готовые детали смесью дихлорметана и растворенного в нем кусков пластика ПТГ.